В ЗАГСах могут появиться психологи. Депутаты Госдумы предложили направить их туда, чтобы уменьшить число разводов в стране. Речь идет о бесплатных консультациях. Их психологи будут давать не только тем, кто разводится, но и тем, кто заключает брак. В некоторых регионах уже действуют подобные программы. Например, психологов и медиаторов используют в Татарстане, Воронежской области, Нижнем Новгороде. Что касается нашего региона, то пока таких специалистов в ЗАГСах нет. Последние, кстати, представили статистику. В январе расторгли брак 411 пар, в феврале 368. Это меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. Тем не менее, негативная тенденция сохраняется. Специалисты могли бы ее остановить, считают психологи. Да, есть часть причин разводов, которые действительно серьезные, которые, ну, хоть какой психолог вмешайся, да, наверное, ничего не поможет. А есть вот эти эмоциональные разводы, когда обиделись, да, поссорились, пошли, на эмоциях разошлись, не смогли договориться, и все. И вот для таких пар, мне кажется, психолог был бы очень полезен.